Соперниками Агдамского клуба стали испанский Вильяреал, израильский Маккаби Тель-Авив и турецкий Сиваспор. Подопечные Гурбана Гурбанова будут выступать в группе А. Игры группового этапа пройдут 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря. Ранее азербайджанский футбольный клуб «Карабах» вышел в финальную стадию Лиги Европы УЕФА. В матче плей-офф квалификации агдамцы обыграли в Варшаве польскую легию со счетом 0-3. После матча команда «Карабах» выразила свою поддержку азербайджанской армии. Футболисты, тренерский штаб и другие представители клуба отдали воинское приветствие. Мы стараемся достойно представить Азербайджан, наш Карабах и нашу армию. То, что мы сделали, это малость по сравнению с героизмом наших солдат на фронте. Мы были готовы к любому сценарию. Наш главный тренер постоянно информировал нас о том, что происходит на линии фронта. Мы пытались донести это и до наших легионеров, чтобы они поняли, насколько важна эта игра для всего Азербайджана. Мы достигли этого и одержали победу. Посвящаем ее нашим солдатам и азербайджанскому народу. Отметим, что агдамский клуб попал в групповой раунд турнира в шестой раз за последние 7 лет.